Очень многих просветителей, науки и ученых беспокоит вопрос, что в России с 2017 года высшей аттестационной комиссии присуждаются научные степени по теологии. Окей, в чем Меня тоже проблема? этот вопрос сильно волнует, потому что теология наукой не является. Почему? Какие определения науки у нас сейчас? Какое определение науки мы дадим? Интересно. И ее официальные научные... Просто согласно некоторым определениям науки, ну, всякие практические области наукой не являются, например, там. Или, например, гуманитарные дисциплины не являются науками. Если мы под наукой, собственно, подразумеваем только естественные дисциплины, да, то да, конечно, не являются, очевидно. Статус мешает научно-образовательному процессу в России. А вот как мешает? Как мешает? Непонятно, как мешает. Вот здесь я точно не понимаю. Аргументы будут? В своем комментарии я расскажу о том, почему теологам, в особенности Русской Православной Церкви, удалось пропихнуть теологию в научный дискурс. Также скажу, почему теология не является наукой и что следует отвечать теологам на их оправдание. Для начала поговорим, кто я вообще такой и почему я имею право говорить что-либо о теологии. Меня зовут Александр Быданцев, я 6 лет обучался на кафедре религиоведения философского факультета. Сначала получил степень бакалавра по данной специальности. И чё? А как это с теологией связано? То есть религиоведение, теология, да, предмет может быть похожий отчасти, да и то нет. У вас даже предмет разный относительно религии будет, скорее всего. Это же не просто религия как предмет. Довольно разные дисциплины. Ну ладно. Специальности, затем магистра. А религиоведение наука? Вопрос такой сразу же. В течение курса я изучал текстологию Нового Завета, священные тексты христианства и ислама, а также классическую и современную христианскую теологию. То есть у меня есть представление о теологии, что это такое. Окей. У меня есть представление о религиоведении и о теологии. При этом я не религиовед, конечно. Но при этом всем, знаете, у меня есть также представление о философии науки. И, честно говоря, я бы начал просто с определения науки. Потому что без определения науки... Мы не знаем, является ли теология наукой, или там религиоведение наукой, или даже физика является ли наукой, или нет, мы не знаем, да, до того, как мы определение дадим. А, вот. И какие задачи она выполняет. Также проясню, что к теологии как к области знания я отношусь с большим интересом. Я знаю теологов, которые... Теология как к области знания? Ладно, окей, а почему тогда... Ну, так, ладно. Я немножко уже запутался. Я уже немножко запутался. Все-таки теология — это все же область знания. Все же область знания. Тогда почему не наука? Потому что для многих, если есть знание, то и наука будет, например. Опять же, пока не дано определение, мы ничего сказать не можем. Ждем определения. Которых уважаю, однако от этого я не могу признать теологию наукой. Критерии науки. Начнем с вопроса. Как теологии удалось получить научный статус в России? Вопрос о научности теологии очень скользкий, потому что теологи выбрали удобную позицию, при которой теология чисто формально является наукой. Но под этой формальностью кроется ложь. Ну, мы можем просто взять реально по формальным критериям попробовать определить науку. Ну, там пишешь диссертацию, ведешь себя как ученый, ходишь по университету, носишь там пиджачок какой-нибудь. Ну, можно рясу, конечно. Как хочешь, одевайся. Вот. Носишь официальную одежду, в данном случае рабочую, да, учишь студентов, ну все, наука. И такой подход к определению науки, он как раз довольно распространен, и согласно нему, например, религиоведение тоже является наукой неожиданно. А если мы будем говорить уже о фальсификации какой-нибудь, ну, как по мне, в религиоведении фальсифицируемость и фальсификация просто не являются важнейшими методами фундаментальными, как, например, физики теоретической, да. И в этом плане, если мы по критерию фальсификации судим о том, является ли религиоведение наукой, ну, не является, очевидно. Большую часть времени религиоведы не занимаются никакими фальсификациями, а они и теории не создают на самом деле. Ну, имеется в виду серьезные научные теории о законах мира и всем остальном. То есть они не придумывают законы формирования религии, да, они скорее как историки больше работают. Историки тоже не формируют этих, собственно, теорий, именно вот таких нормальных научных теорий. Тут все зависит от изначального определения науки. Если мы ни от чего не отталкиваемся, то и непонятно относительно чего судим. Теологи, в особенности РПЦ, пропихнули свою ложь с помощью нехитрой игры слов. Взяли определение религиоведения и пришили его к теологии, немного сузив объект исследования последней. Что в итоге получилось? Получился совершенно новый конструкт, который не имеет никакого отношения к настоящей теологии.
ну, мало имеет отношения. Именно поэтому сегодня даже среди религиоведов, то есть людей, которые изучают религию научным образом, существуют две позиции. Стоп, в смысле, религиоведы научным образом изучают? Серьезно? 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 А кто сказал? Сами религиоведы? Ну, прикольно. Прикольно, сами религиоведы решили, что они наукой занимаются. Забавно. Как и теологи приблизительно. Относятся к теологии довольно мягко. Лишь бы теологи не ступали на их территорию. Есть даже те, кто сотрудничает с теологами в силу личных интересов. Но есть вторая группа теологов, которая строго определяет теологию как ненаучную дисциплину. К ним также... Еще раз. Которая строго определяет теологию как ненаучную дисциплину. Ненаучную? Если это так, это круто. Или это оговорка скорее? Дисциплину. К ним также отношусь я. Это, видимо, оговорка была, да? А, стоп. Теологию как ненаучную дисциплину. Окей. А религиоведение же тоже не наука. Ну, если мы по Попперу, например, будем судить. Да и по многим другим заходам. Ну, то есть теология не наука. Ой, не теология, а религиоведение тоже не наука. Моя позиция следующая. То, что теология в России формально является наукой, это оксюморон. Лол. Ну, то, что религиоведение является наукой, тоже в каком-то смысле оксюморон. Ну, потому что фальсифицируемости там как таковой нет, да, то есть это не фундаментальный основной метод, по которому все в теологии решается, в теологии, в религиоведении решается. Все, конец. То есть теология ближе к гуманитарным дисциплинам, а там наук нет. Там нет научного метода, в принципе, там свои методы. Вот все. Так, здесь можно, в принципе, было бы закончить. Да, определение не дано. Определение не дано, поскольку определения науки нет, в принципе, бессмысленно разглагольствовать о том, что является наукой, а что не является. Более того, автор, скорее всего, знаете, опять же, либо он допустит колоссальные ошибки. Не, why not? Мы обсуждаем критерии. Допустим, этот критерий будет фальсифицируемость. Фальсифицируемость в религиоведении, ну, она применяется не так, как должно, во-первых, да, для, естественно, научных дисциплин, и вообще, как должно вообще, в принципе, применять принцип фальсифицируемости, это раз. Во-вторых, соответственно, там как таковых теорий нету серьезных. Именно вот что мы претендуем на то, чтобы познать сущность религии, да, ее законы формирования там вечные, вселенские и так далее. То есть не всякий религиовед этим занимается. Это не специфично для религиоведа. Какой-нибудь, может быть, марксистский религиовед может пытаться об этом рассуждать, но в целом, наверное, это не самая распространенная тенденция. Ну, религиоведы, может быть, и сами об этом, кстати, скажут, я не знаю. Но я себе представляю религиоведение не таким образом. Все-таки, как и историю, например. Хотя, опять же, есть марксисты, которые пытаются создавать теории по поводу истории. Вот. Бюрократический беспредел и слабость научного сообщества в отстаивании границ. Не, просто опять же, автор либо он согласится с тем, что наука, ну, то есть для того, чтобы сам не противоречить себе, и для того, чтобы религиоведение включить в список научных дисциплин, он, скорее всего, будет опираться на социальное определение, да, то есть все, что входит в академические структуры, то и является наукой. Только проблема заключается в том, что религиоведение входит, да, входит, но и в академические вот эти структуры, институты, университеты, лаборатории, да, что еще входит? Знаете что? Теология. Значит, теология тоже наука, придется сказать. Ну, автоматически. Как только мы включаем что-то в академическую структуру, оно становится наукой автоматически. Вот. Это если мы такому подходу к определению, да, того, что такое наука, следуем. А если к методологическому подходу, тогда нам надо определить, а какие методологические основания для того, чтобы считать что-то наукой или не считать что-то наукой. Через фальсифицируемость это делать, например, это один из таких способов, один из возможных. Я его, например, чаще всего и придерживаюсь, когда отделяю науку от ненауки. Ну, так удобнее. Это очень простой критерий, и очень легко он, собственно, виден, определяется, и поэтому, в принципе, когда я говорю о науке и критикую науку, я критикую ту науку, которая пользуется фальсифицируемостью. А те науки, в кавычках, которые фальсифицируемостью не пользуются, как основным методом там религиоведение, история и все остальное, да, все гуманитарные, общественные в основном дисциплины, они просто у меня из обозрения обычно просто уходят. Я их не критикую. И я нередко средствами вот этих дисциплин, которые я считаю ненаучными, критикую, собственно, вот эту вот сумму, большую науку, типа естественных наук. Как-то так. Науки. Поговорим о химере двух теологий. Чтобы понять, почему в современной России возможно существование теологии в научном поле, нужно прояснить следующее.
есть две теологии. Первая теология – это теология как многовековая религиозная традиция, развивающаяся в рамках конкретной конфессии. Теология православия, католицизма, протестантизма, различных ветвей ислама и иудаизма. Она не является наукой, она лишь представляет собой систематизированное и очень разветвленное учение конкретной религиозной конфессии. В чем разница? На мой взгляд, наука — это тоже определенное разветвленное представление вот некоторой такой вот религиозной конфессии, такой как наука, например, да. Наука для меня тоже в данном случае религия, и не вижу никаких оснований делать какое-то здесь радикальное отличие. Вот. Вторая теология — это теологоведение или суррогат первой теологии. Это как раз та дисциплина, которую и называют российские теологи академической научной теологией. Именно эта теология описана в паспорте научной специальности «Теология» с шифром... А в чем проблема? В чем проблема тогда? 260001. Но смысл в том, что в этой второй теологии никакой настоящей теологии почти нет. Чтобы не быть голословным, приведу ряд доказательств. Для этого нужно взять официальный паспорт научной специальности «Теология», где сказано... Стоп, а в чем проблема? Следующее. Теологическое исследование направлено на выявление, анализ и интерпретацию значимых аспектов религиозной жизни и их соотнесение с нормами конкретной религиозной традиции. В этой цитате теология действительно приближена к науке, но если изменить словосочетание «теологическое исследование» на «религиоведческое исследование», а религиоведение является как раз-таки наукой, то ничего не поменяется. Слушайте, а это хороший аргумент здесь на самом деле. Слушайте, давайте так. Просто всякий раз, когда кто-то критиковал подобную позицию, да, я обычно слышал что-то типа... Ко-ко-ко, теология не это, не наука, ко-ко-ко, потому что ко-ко-ко, да, соответственно, это аргумент. То есть вот у нас есть документ, в рамках документа написано, что такое теология. И теология при этом, она, ну, как бы претендует на текстологические исследования, да, всяких вот, в общем-то, теологических традиций получается. Только проблема заключается действительно в том, что во всем этом списке уже есть дисциплина, которая занимается тем же самым. Я, как религиовед, могу исследовать значимые аспекты какой-нибудь православной общины и соотнести их с нормами раннехристианской традиции. Стану ли я от этого теологом? Нет, не стану. Ну, это нормальный аргумент, серьезно. Это единственный хороший аргумент, который по данному вопросу я слышал. Потому что обычно всякие панчины и прочие шизы, они даже не разбираются, что там теология, не теология. Они эти документы не читали, там, и так далее. То есть они-то... Они-то как будто бы вообще даже, понимаете, они как будто бы религиоведение опровергают, когда вот это все говорят, свои контраргументы. Вот, здесь в принципе да, это хороший контраргумент. В следующем предложении паспорта научной специальности теология сказано: важной областью предметного поля специальности теология является изучение истории и современного состояния отношения религиозной организации к... Ну, это все, да, это религиоведческий предмет. Тут, типа, даже не интересно. Другим конфессиональным учениям и организациям, а также государству и обществу. Что здесь не так? То же самое, что в первом случае. Да. Религиоведение, как научная дисциплина, изучающая религию, тоже занимается изучением истории религиозных организаций и их отношений к обществу, государству и так далее. То есть вторая теология нагло и беспардонно мимикрирует под религиоведение. Ну, причем это скорее даже бесполезно и не нужно, потому что, ну, блять, как бы и предметы, и методы, как я понимаю, ну, те же озвучиваются. Смысла нет. При этом в удобные для себя случаи пользуются теологической методологией, апеллируя к трансцендентному и личному религиозному опыту. Дело даже не в том, что это не научно, потому что если это не научно, также одновременно, скорее всего, не научным станет религиоведение, да? Дело в том, что это буквально одно и то же в данном случае. Многие специально используют такие обороты речи, которые можно интерпретировать как научно-академически, так и религиозно-ангажированным образом. В этом смысле теологи заняли очень удобную позицию.
Ну, в тексте там не написано, что можно так делать, как обозначил автор, поэтому здесь мы это на его фантазию спишем все-таки, да? То есть, вот то, что он сейчас говорит, это в документе мы не прочитали сейчас. Мы, наоборот, прочитали, что они просто попытались сделать второго клона-близнеца религиоведения, и это хороший контраргумент против того, чтобы делать теологию, ну, типа, дисциплины какой-то научной, просто потому что уже есть такая научная дисциплина. Нам не нужен во всем этом списке дисциплин клон религиоведения. Ну, может быть, не полный клон, частичный клон религиоведения. Но он просто не имеет никакой необходимости для этого. При которой они могут перепрыгивать с научного дискурса на религиозный дискурс в зависимости от ситуации. Формально они занимаются наукой, но по факту они продолжают развивать свое религиозное учение, которое... Так всякий, кто занимается наукой, развивает религиозное учение науки. С научной методологией, научной картиной мира и прочими другими необоснованными верованиями, на самом деле. Ну да ладно. Просто я не люблю наукопоклонение и саентизм, вы знаете. Вот. Ну да ладно. Ну да ладно, все-таки. Продолжаем. ни капельки не является наукой. В смысле Разделение... не капельки? Ты только что привел капельки, на которые якобы они претендуют. Там не просто капельки, там целые моря. Моря претензий на то, что это наука. Вот. теологии на настоящую и наукообразную четко обнаруживается в диалоге с теологами. Сначала они говорят, что современная теология – это совершенно не то, что понимали под теологией раньше. Но когда их начинаешь критиковать в ненаучности теологии, то они сразу говорят, что теологической традиции 2000 лет, и без нее бы не появилось современных университетов и современной науки. Может быть, и не появилось бы. Это очевидная манипуляция. Нет, это, скорее всего, факт. Ну, как? Вообще вероятно, что это реально факт. С одной стороны, для них теология – это новая научная мысль, а с другой – такая же теология, которую создавали церковные учителя. Почему же теология не является наукой? Дай определение науки. Во-первых, теологи заинтересованы в результатах своих исследований. Ученые тоже заинтересованы в результатах своих исследований. Все их якобы научные исследования Все якобы научные исследования ученых тоже строятся на их заинтересованности определенной. направлены на оправдание и защиту религиозных догмат. Все исследования, собственно, ученых направлены на защиту натуралистических догматов. Ученый не может представить мир ненатуралистически. Более того, он не может своими, собственно, индуктивными изысканиями доказать, что натурализм является верным. Он исходит из того, что он верен. И всячески защищает натурализм. Или на развитие идей, которые основаны на религиозных догматах. Теологи То могут же самое с учеными, как я уже сказал. использовать научные методы в своих работах, но если эти методы будут противоречить догматам, то они откажутся от результатов исследований. Ну, неожиданно, 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 да. Если какая-то методологическая... Ну, вообще, научный метод, он не может привести к ненатуралистическим выводам, на самом деле, если мы так глубоко посмотрим, это просто невозможная ситуация. Научный метод не может к ним привести, ну и все. Научные догматы, они защищены, собственно, научным методом в данном случае. Проще говоря, теология это то же самое, что и политическая идеология, Ну, алхимия, наука это то же самое. Ой, что? гомеопатия. Алхимия, лол, что? Нихуя себе он травит про алхимию. Но наука же то же самое получается. И прочие ненаучные области знания. Понятно, все. В общем-то, научного догматика порвало, короче, понятно. Понятно, поклоняемся науке и слепо следуем ее, собственно, увещеваниям. База. Которые тоже сложны в систематизации, но систематизация знаний не дает права идеологии и теологии быть наукой. Этого недостаточно для наук. Право быть наукой, право быть наукой, право быть наукой, заметьте. То есть тут должно быть право, понимаете? Мы не даем какое-то определение, мы не даем какое-то определение, да, для того, чтобы объяснить, что есть наука, а что есть не наука. Не. Мы рассуждаем о праве быть наукой. Право, у нас право должно возникнуть. Быть наукой. Науки. Во-вторых, теология не является наукой хотя бы потому, что теолог не может придерживаться методологического агностицизма. Ну, допустим. То есть теолог должен совершить... Смотря по какому вопросу, конечно.
Процедуру исключения трансцендентного. Трансцендентное – это то, что недоступно опытному познанию. Может ли учение, основанное на... А это входит в определение науки или нет? Теперь главный вопрос. Идея трансцендентного – исключить трансцендентное. Нет, не может. В-третьих, теология не может... То есть, опять же, видите, право быть наукой – это как будто бы медальку какую-то получить. Медаль за, собственно, достижение. Подвергаться фальсифицируемости или верифицируемости. Ну, религиоведение тоже не может. В религиоведении теории больших массовых мало. Ну, то есть, составление теории не основная функция религиоведения. Верификация как принцип хуйня, потому что, ну, в принципе, что наверифицируем, так оно и будет, соответственно. Берем, перечисляем разные факты. Дождь идет, жопа чешется там и так далее, это уже как верификация пройдет. Ну, то есть, в теологии, очевидно, есть верификация. Ну, то есть, под по-любому есть верификация. То есть, тут вот, с верификацией в этом и проблема, она типа везде есть. А фальсификации ее и в религиоведении даже нет. Предмет теологии. Ну, она не так звучит, во-первых, да, только то знание является научным, которое можно изменить или опровергнуть, лол. А если знание неопровержимо? Допустим. Оно знание реально. Ну да, оно не научное действительно окажется, судя по всему. Вот, например, можно ли изменить или опровергнуть тот факт, что Земля является сферической? Парадоксально, да? Парадоксально. Мы не можем. Согласно науке, не можем уже. Можно изменить или опровергнуть знание, согласно которому, я не знаю, в христианстве люди верят в Иисуса Христа. Ненаучное знание же получается, да? В этом парадокс данного определения. То есть, получается ненаучно. Ненаучно получается. Ненаучно получается. И неизменяемо как-то, да? То есть, как это в христианстве и не верят в Христа? Ну, то есть, ненаучно выходит. Ненаучное знание. Вот определение, оно перед нами сейчас. Я просто показываю, что определение плохое. Только то знание является научным, которое можно изменить или опровергнуть. Нет, проблема-то заключается в том, что принцип фальсификации, он относится не просто к какому-то знанию, он относится к научной теории. Он относится к научной теории, применяется на научную теорию. Понимаете? Понимаете, в чем фишка? А в религиоведении нету научных теорий. Ну, как в физике, например, там, не знаю, теория струн. Там не, в религиоведении нет ничего подобного. И в этом плане в религиоведении принцип фальсификации не используется. Он используется там в своем каком-то шизопонимании, которое является неканоничным, это да. Но этот принцип-то ничего и не значит особо. Ну, вы посмотрите, как он здесь сформулирован. Только то знание является научным, которое можно изменить или опровергнуть. Ребят, там вот, вращение зубной щетки является научным? Вот вы только что видели, никак не изменить, не опровергнуть. Она же вращалась только что, да? Но все-таки ненаучное оно получается, ненаучное, да? Не знаю. То, что медведи шерстью покрыты в здоровом состоянии, тоже, это ненаучное знание получается. То, что ислам основал пророк Мухаммад. Тоже ненаучное знание. А религиоведы все про него говорят. Это ненаучная информация. Потому что изменить и опровергнуть это нельзя. Как быть-то? Как быть-то? А проблема в том, что это неправильная формулировка принципа фальсифицируемости. Фальсификация. Ну, принцип фальсифицируемости лучше говорить. Как-то так. Ну, неудивительно, что религиоведы не разбираются в принципах разных научных и не разбираются, собственно, в демаркации науки. Это нифига не интересно. Это, наоборот, это очень важно, да, это очень важно отметить, что вот люди не разбираются. Фальсификация применяется только к научным теориям. Все. В других местах применять ее бессмысленно. Не работает она больше нигде, соответственно. Факт является знанием? Является. Как можно изменить или опровергнуть факт? Think about it, real talk. Логии, то есть догматы... И самое забавное, что он даже не подумал об этом.
Вот. Учение о Боге не может быть изменен или пересмотрен. Для теолога не существует даже такой возможности. В-четвертых. Сам принцип в данном случае шизофренически обозначен, поэтому все, что угодно, не является научным знанием в данном случае. Ну, наоборот, ну, то есть все, что угодно, является нефальсифицируемым. Теология не может решить проблему соответствия наших знаний о внешнем объекте. То есть нет возможности сказать что-либо о Боге. Нет возможности проверить наши знания на истину. Ну, логически. В основном попытки проверки Бога, они носят, ну, логический характер. И в философии, и в религии, и там, и так далее, и так далее, и так далее. И такой возможности никогда не будет, ведь Бог, как учат теистические религии, непознаваем и непостижим. А знакомство с Ним зависит от того, хочет ли Бог открыть себя людям. В теологии идет речь о вере в непознаваемое. Поэтому теология не может быть наукой, она является лишь развитым религиозным учением. Христианские теологи никогда не признают, что Иисус Христос... Ну, я, в принципе, согласен с тем, что теология не наука, но я вместе с этим не считаю и религиоведение не наукой. То есть религиоведение тоже наукой не является. Как история, например, да? Ну, это согласно принципу как раз фальсификации, фальсифицируемости. Мы легко просто их выносим из списка наук. Это дисциплины, которые пользуются другими методами. Не является богочеловеком, даже если их исследования приведут к такому выводу. Мусульманские теологи никогда не признают, что Аллах является арабской адаптацией западносемитского бога Эля, даже если их исследования приведут к такому выводу. То же самое справедливо для иудейских и прочих теологов. В-пятых. Не существует такого феномена, как теология вообще. Теология всегда конфессиональна. Она исходит из определенной религиозной системы. Наука вообще существует, да? Это наука. То есть, смотрите, опять же, какая подмена понятий. То есть, да, вот не существует теологии вообще, она конфессиональна, да. Вот, а наука вообще существует. Ну, потому что она развилась в европейском обществе и из Европы распространялась и назидательно во все регионы, собственно, помещалась. Угу, понятно. Будь это православие, католицизм, протестантизм, суннитский или шиитский ислам. То есть теология как единая система несостоятельна. Представьте, если бы на историческом факультете присуждали степени по альтернативной... Ну, было бы круто. Почему бы не допустить какие-то альтернативные подходы к истории? Наверное, они возможны, и, может быть, некоторые даже лучше тех подходов, которые в истории сейчас имеются. Типа. Ну, не всякая, наверное, альтернативная история хороша, но все же почему бы и нет. По альтернативной истории Фоменко Носов. Забавно, как любители академического дискурса и сайентисты хвастаются тем, что они куда более догматичны, чем представители разных религий, у них только одни какие-то дискурсионные практики производятся в их догматичных школах, получается, да? Университетах и прочих, в общем-то, инстанциях. Гениально. То есть, когда они кричат на верующих «Вы догматичные, фу!», а когда сами говорят «Ну мы-то супер догматичные, мы-то мега догматичные, видите, вот у нас самые классные, мега крутые, самые основательные, замечательные методы, вот». С теологией как раз так и происходит. Каждая отдельно взятая теология, к примеру, православная теология, противоречит исламской теологии. Не, ну это правда, безусловно. Да даже протестантской. Но разные течения в разных так называемых науках тоже друг другу противоречат. Например, скорее всего, есть несколько школ религиоведения, которые друг другу противоречат. Я не знаю про религиоведение. Но про психологию и социологию наверняка знаю, что есть ряд разных школ, которые друг другу просто тотально противоречат. Они необъединимы даже. В религиоведении, я уверен, где-то так же, потому что, ну, все-таки религиоведение, оно близко там к культурологии, которой тоже несколько школ, к психологии, к социологии, там где-то вот оно, тут поблизости, да, и, скорее всего, там несколько доминирующих дискурсов. То есть, получается, если у нас несколько дискурсов религиоведческих, и там разные подходы и методы, это тоже значит, что религиоведение не наука? Или как? Все-таки.
Или мы все-таки дадим некоторое разнообразие для научного дискурса? Или мы по каким-то методам конкретно все-таки решаем, что такое наука или нет? Потому что, опять же, я не услышал того определения, которым автор пользуется, когда говорит слово «наука», а у меня понимание науки плюралистическое, я могу по-разному, конечно, понять, безусловно, но обычно я ссылаюсь чисто на Поппера, тем более там был критерий фальсифицируемости, который был неправильно описан, конечно, но раз уж он был упомянут, я тоже, знаете, задним числом считаю, что авторы данного видео считают, что критерий фальсифицируемости является одним из важнейших демаркаций, собственно, научного от ненаучного. Но согласно критерию фальсифицируемости, религиоведение тоже не является научным. Наукой. Да, потому что фальсифицируемость применяется только к теориям. Больше ни к чему ее нет смысла применять. При этом степени могут присудить как по православной, так и по исламской теологии. Это абсурд. Хотя бы только из-за этого пункта теологию нельзя считать наукой. Как оправдываются теологи? Существует миф, что теологи якобы изучают религию изнутри, а религиоведы извне. Я не раз встречал этот миф в церковной среде. Как-то мне даже приходилось общаться с одним священником, который является теологом по образованию, и он озвучивал этот миф. В том числе пропагандой этого мифа занимается митрополит Иларион Алфеев, тоже теолог по образованию и один из самых активных апологетов научного статуса теологии. Не, ну понятно, что есть там различные подходы, типа феноменология религиоведческая. Она прикольная, она пытается изнутри. Но это не значит, что все религиоведы изучают изнутри религию. Отдельные методы есть. Отдельные школы, отдельные учения этим занимаются, да. Но мне, кстати, с другой стороны, кажется, что есть и противоборство против этих методов, скорее всего. Вот. На самом деле это абсолютная софистика. Почему? Теологи не изучают религию изнутри. Они лишь развивают религиозное учение конкретной религиозной традиции. Никакого изучения религии и религии в рамках научной методологии там нет. К тому же религиоведы тоже могут изучать религию изнутри. То есть внутри религиозной традиции. У нас много религиоведов являются приверженцами каких-либо религиозных традиций. Да, есть такое, безусловно. Они могут описать нам свой религиозный опыт, рассказать о нем, а потом этот опыт можно проанализировать. Кстати, спекулятивный идеализм правильный комментарий сделал. Это не может быть одним и тем же, я изучаю X и развиваю X, может. Более того, теологи тоже вынуждены изучать. Отказывать теологам в том, что они все-таки изучают свою религию, это, наверное, подло. Ну, это неправдоподобно, это подло, это неправильно. Представитель любой религии, даже если он не теолог, он вынужден изучать свою религию. Это 100%. Это даже не обсуждается, да? Просто другой вопрос, какими методами, конечно, он это делает. Безусловно, какими методами. Да? То есть методами может быть довольно-таки даже разными. Однако мы не можем говорить, что научное изучение религии может быть как изнутри, так и снаружи. Изучение религии может быть... Как же религиоведы флексят словом «научно»? Как и историки, как и вообще все вот эти вот гумообществознатели вот эти вот все, да? Вот. Хотя там от научного метода-то ну почти ничего не осталось. Или научным, или ненаучным. В этом смысле бинарная позиция изнутри-извне бессмысленна. Если же под изучением изнутри понимается переживание духовного опыта, то, пожалуйста, у нас есть такие замечательные дисциплины, как психология, феноменология и антропология религии. Так Багиш там был. Они дают нам достаточно средств для изучения религии изнутри. Второй миф более популярен, его озвучивают со ссылкой на Запад, что якобы там теология является наукой, а в России у теологии такие вот проблемы. Да не наукой, ну то есть опять от определения зависит, просто академической дисциплины какой-то. Сделать нормальную настоящую теологию академической дисциплины, по-моему, на мой взгляд, было прикольно. Вот.
какими же архаичны. И поэтому возвращение теологии в университетскую систему – это просто восстановление справедливости, тем более, что во многих западных университетах она никогда из университетской программы и не уходила. Только защитники теологии лукавят и забывают сказать, что в западных университетах теологические факультеты существовали с момента создания этих университетов. Ну, это правда, да. Их сохранение связано не с тем, что там теология является наукой. Это лишь дань традиции. Ну, наукой является то, как мы определим, что такое наука вообще. То есть наука — это большой, плавающий, непонятный, необозначенный термин нами, поэтому, ну... Что назовем наукой, то наука и будет. ...института. Однако сейчас тенденция на Западе как раз такова, что теологические факультеты превращаются в религиоведческие. Так, например, происходит в Нидерландах, в Германии. Если там есть кафедры теологии, то они все больше похожи на религиоведческие кафедры. Они становятся частью религиоведения. Все теологическое оттуда выбрасывается. В России все наоборот. У нас теологической традиции толком никакой не было. Даже при создании Императорского Московского университета, нынешнее МГУ, никакого факультета богословия не создавали. И чё? Богословие развивало... Вот тут как раз вопрос и чё. Мне действительно показался довольно сильный аргумент, наверное, самый сильный аргумент, который я слышал по поводу того, что теология... Не было смысла выделять ее в качестве отдельной дисциплины, потому что она просто не является отдельной дисциплиной по своим же собственным заявлениям вот этим вот. То есть здесь как не согласиться? ...в семинариях и духовных академиях. По сути, у нас церковь решила возродить традицию, которой у нас никогда не было. С 2017 года ВАКС стал выдавать научные степени по теологии. В этом нет никакого смысла, потому что церковь уже до этого внутри себя присваивала степени по богословию. Но вот ей захотелось получить научный статус своих степеней, и она этого добилась. Теперь РПЦ будет пропихивать своих теологов в институты философии Российской Академии Наук и прочие научно-образовательные. Ну, блин, давайте так. Если на философские факультеты, если про них говорить, ну, там и так религиозных, верующих людей, если не подавляющее большинство, то довольно много. Как минимум. Чё там пропихивать? Они и так там находятся.